Доброго здоровечка всем, друзья, подписчики, гости и неравнодушные к моему творчеству, к моим стихам и песням, моего канала. Ну что скажу, друзья, опять новые песни, как всегда. Итак, поехали. Как у нас все ниже и ниже, самолет на посадку идет, снайпер расположился на крыше, и кому-то сейчас не идет. Вот в Кубе улетела машина, и в болоте застряла везде год, а кого-то утащила трясина. Вмиг с людьми утонул пароход, и нет никому сейчас покоя. Зараза по миру ползет, что это сейчас за такое? Кто-то умер, а кто-то живет. Жажда денег окунуться в наживу, зависть, алчность, присущее зло. От кайфа колят кровеносную жилу, а потом будь что будет, все. Потерялся мир, как правило, сегодня, и что будет завтра, после и потом. Может быть, кому-то счастье улыбнется, дай Бог выжить под этим гнильем. Потерялся мир, как правило, сегодня, и что будет завтра, после, а потом. Может быть, кому-то счастье улыбнется, дай Бог выжить под этим гнильем. Мир без верит от заразы в вакцину, кто привился, а кто может и нет. Не привился, кто должна быть причина, так сейчас по-разному видит свет. Не поймешь сегодня, кто с кем воюет, и кому война сегодня нужна, у кого мозги сегодня беснуют, кто намерен воевать за конца. Ледники в Антарктиде все тают, ураганы и смерчи гнетут. Может быть, так природа оживает, наводнение там и тут. Космос полетела где-то ракета, а вернется на Землю или нет? Космонавты шлют родным всем приветы, может быть, Земли дойдет им ответ. Почему так выглядит сейчас эпоха? Может быть, прощальным выглядит век? Или жить осталось просто немного? Может быть, всему виной человек? Потерялся мир, как правило, сегодня,
никто будет завтра после потом. Может быть, кому-то счастье улыбнется, дай Бог выжить под этим краем. Потерялся не как правило сегодня, и что будет завтра после и потом. Может быть, кому-то счастье улыбнется, дай Бог выжить под этим краем. Thank you.